утром в гостях. Итак, наши гости пришли в студию, сегодня их много. Целых три человека. Это участники стрит-арт-группы «Вакцинация». Мариана, Сергей и Валерий. Доброе утро вам, уважаемые гости. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, у вас доброе, действительно, вне зависимости от того, что туман. Мы вас так прозвали МВС, Министерство внутренних справ. Но дело в том, что действительно вас приятно видеть у нас в студии. Расскажите, о чем, почему вы называетесь «Вакцинация»? А как вы давно создали? Ну, во-первых, да, стрит-арт-группа. Многие не знают, что такое стрит-арт. Может быть, поясните им, что это? Поехали. Ну, стрит-арт — это уличное искусство. То есть мы занимаемся тем, что рисуем на стенах города. То есть это вы обрисовываете город? Но не на магазинах, да? Руки чистые у нас. Это не мы. Руки чистые, мы помним у кого. Это мы помним. Чистые руки, да. Чистые руки, ничего. Ничего, просто ничего. Ничего. Ну, дальше. Вот. Ну, также, помимо всего этого, мы занимаемся как уличным, так и домашним искусством. Вот. Ну, если идет речь о стрит-арте, то вот мы уличные. Понятно. Как давно вы образовались? У вас есть образование? Как вы нашли друг друга вообще, да? Может, вы с детства знаете друг друга? А сейчас они, конечно, в глубокой старости. Ну, в юности. Знаешь, есть детство, юношество, отрочество, да. Ну, то есть вот уже можно так. Ну, это было 2 года назад. Мы познакомились случайно с Марианными друзьями, а потом познакомились и с ней. Ну, знакомство произошло через работы. Да. То есть мы показали друг другу свое портфолио. Вот, мы понравились друг другу. То есть, ну, сначала понравились наши стили нам, то, что мы делаем. А то есть, знаешь, как обычные художники показывают, вот картина, эти бетонную стену. На, вот смотри, как блин, да. А у меня, смотри, раскол дома. Еще больше, да. Нет, тогда я еще вообще не рисовала на стенах. Мы с Серегой, когда смотрели, мы сразу увидели в нее талант и такое отклонение от нормы, знаете. А, талант, отклонение от нормы, да, это талант. Все. Ну а вообще, вот в искусство, вы, я так понимаю, не начинали со стрит-арта, ведь начиналось все, наверное, с какой-то художественной школы. Вот, что вы заканчивали вообще? Или учитесь где-то? У меня все начиналось с обоев в доме. А, ну это у многих детей так, кстати, начиналось. Да, вот, а потом... Так заканчивали. Да. А потом я закончила наш Херсонский дизайн-лицей и 2 курса... художественного университета. А что только 2? А потом я бросила, потому не что... Не понравилось. Отклонение от нормы. Отклонение от нормы. Ну да, просто что-то другое вот захотелось. Ну, оно мне помогло очень, но вот после этого я увидела в себе что-то другое и вот... То есть захотелось выйти за рамки... Ну да. Того, чего учат в вашем университете. И захотелось просто идти, например, ну по принципу импрессионистов. Почему бы нет, да? То есть это же тоже впечатление. Абсент. Капли. Капли абсента. Зажигай любовь. Скажите, пожалуйста, вот вы как давно вместе уже, вот ваша группа, и почему вакцинация, все-таки я возвращаюсь к вопросу? Мы почти уже вместе 2 года, и творим уже вместе почти 2 года, но как арт-группа более года. То есть мы создали такое объединение спустя год, как... друг друга вот почувствовали и узнали. Вакцинация, потому что вакцина и нация — это как 2 слова. А и мы, как знаете, как шприц, светлый, добрый шприц, яркий, который яркий, вкалывает в людей кучу позитива. Мы как наркотик вот для людей. Вообще, вот когда не знаете... Вообще слово наркотик, позитив для людей. Позитив, а мы его по-другому воспринимаем, это слово. Закрашиваем серость стен, то есть мы даем вакцину. Вот. Ярко. Ну, в общем, в буквальном смысле, в простом. То есть мы пытаемся избавить людей от серости города, серости мысли, серости взгляда. То есть мы всегда пытаемся внести какую-то яркость, разнообразие и какое-то недопонимание, может быть, чтобы там немножко пофантазировать. Хорошо, а где вы разрисовали вот город? Если вот люди сейчас где-то едут, да, они могут увидеть вашу работу, да. Наиболее такие видимые места? Ну вот место, в том году мы разрисовали арку по улице Карла Маркса, это сейчас Соборная, насколько я знаю. Ну, пытается стать ей. Да, вот. Соборная. Ну, сейчас она Карла Маркса 29, это арка большая, мы в том году ее разрисовали, то есть полностью. Также по Суворова, напротив Паруса, насколько я помню, магазин, угу. Вот, там тоже можно увидеть
Также главное, да, мы очень много разрисовали водоканала. Как да. в том году, так и сейчас вот тоже занимаемся этим. Но в таком месте там немногие ходят, где водоканал, да? Сейчас мы делаем проект на, за гостиницей «Фрегат». Там находится офис горводоканала, и там мы вот его разукрашиваем. Там 14 плит. И что вы рисуете там? Краны такие, да, счетчики. Мы так понимаем, что это социальный заказ все-таки, да? Да, это социальный заказ, но мы все равно рисуем то, что нам нравится. Ну, мы даем свободная тема. Ну, например. Тема вода просто, а мы рисуем все, что нам хочется. С водой связано. Ну да, все там. Капитошки? Или вот вообще, в принципе, как вам сюжеты приходят в голову? Вот почему мы, вот мы именно тут... на этом месте, да, такой рисунок, а на другом другой рисунок? Сразу же, нет, вот смотрите, есть такое понятие, для начала люди там пишут себе эскизы, работают, а потом уже это все... Детали выписывают. Да, а потом уже облекают это все в форму. У вас это происходит спонтанно или все-таки какая-то идея бывает? Мы редко занимаемся с эскизами. Наши эскизы это очень много, мы рисуем картин больше, чем эскизы. Вот, и можно сказать, у нас идет сплошная импровизация почти всегда. Да. А если вот как у хирурга не получилось? Бывает? Тогда можно разрезать и вытащить то, что там застряло, и зашить заново. А у вас же как просто сверху еще один слой и опять пошли, да? Это же просто сделать. В общем-то, да. Ну, а вот вообще, вот вы там разрисовали, там это по договоренностям, я так понимаю, да? То есть с владельцами этих стен. Да, да, да. А бывает, что вы разрисовываете, вот видите серую стену? Конечно, бывает. И раз-два и разрисовываете. Железнодорожные линии вокруг железной дороги там... Ну, мы часто тоже орудуем, да, там, и вот чисто, сколько, знаете, сколько времени уходит настроение на создание? Настроение хорошее, и пошел там, ну, бывает день, обычно день, да? День-два. Ну, да, ну, вот, например, в арку мы делали неделю, то есть там очень, ну, большой масштаб, и мы там как бы влились так. Ну, бывает полчаса, но это как-то такое быстро. Да, 20 человек, а сколько у вас человек, вот вас трое? Трое. Да, нас только трое. Может быть, еще кто-то есть? Нет, нет. Все, никого не привлекает. Подмастерья какие-то, да? Помогающим. Нас трое пока. Пока трое. Эти трое у нас в студии, участники стрит-арт группы «Вакцинация». Сергей, Марианна и Валерий. Сейчас мы послушаем музыку, затем продолжим в стиле беседу. Послушаешь, да, музыку, да, да, ребята? Да. Однажды утром в гостях. У нас в гостях участники стрит-арт группы «Вакцинация», и мы беседуем на тему искусств, не только рисование, потому что, насколько известно, вы, ребята, занимаетесь, напомню, Сергей, Марианна и Валерий у нас в студии, еще и другими видами искусств. Какими и каковы успехи вот в этих направлениях? Ну, я стихи пишу или поэзию, я не знаю, как это называется, просто беру и пишу, вот. Чем мы еще занимаемся? Мы делаем ролики. С каждого нашего путешествия мы снимаем видеоматериал, потом монтируем его и делаем видеоролики. А на что вы снимаете? На обычную видеокамеру? На вот такое. На фотоаппараты? Валера и Сережа сейчас показывают обычные фотоаппараты. Ну, правда, в HD качестве, но... Все равно. Это плохо, да? Ну, правда, в HD качественно. Раньше снимали на VHS обычные, знаешь, на обычную кассету. Не, нам хватает, нам все хватает. Вот. Ну, в будущем, конечно, хотим усовершенствовать свою аппаратуру. Но все равно на данный момент у нас завалялось очень много материала, который мы за зиму планируем влить в фильм. То есть у нас есть уже идеи, понятия. Вот. И, да, и пока, пока будет холода, мы сможем смонтировать этот фильм на новом ноутбуке, который мы скоро купим. Вот. Будете покупать ноутбук? Да-да, и за зиму мы смонтируем и хотим весной презентовать в Херсоне, может, на Западной Украине, в Киеве, и хотим потом в Россию уже ехать с ним. Спасибо горводоканалу за этот фильм. За этот ноутбук. Занимаемся мы еще фотографией. Практически мы везде все снимаем, даже в туалетах снимаем, когда кто-то спит, когда кто-то... Мы, кстати, заметили. Живая съемка. Все должно быть заснято. Лайфстайл. Вот это круто. То есть, да, то есть мы, другими словами, тоже будем в этом фильме, Саша. Да, так что готовься. Ты одет так вот с рекламой моторных масел. Нет, потому что я знаю, что один из наших участников автомеханик, поэтому я специально так оделся. Ну а вот фильм этот, вернее, точнее, вот фотографии, где эти можно увидеть? Вы выкладываете их куда-то или это у вас все внутри пока?
коллектива. Выкладываем, да, в интернет, но в основном как бы все остается и все потом будет презентоваться. Ну, то, также выставки. То, что идет на фильм и на всякие проекты, мы не палим, не показываем. Просто под кровать прячем и все. Потому что там же много, наверное, очень интересного материала. Да, которое вы увидите в следующем году в нашем фильме. Ну, вот можно снимать... да, всех в новом кинотеатре. В кинотеатре, в попкорном, да. Путешествовать автостопом. Интересно, интересно. Ну, так я понял, а музыкой вы занимаетесь как-то еще? Вот мы уже поговорили о живописи, о кино. Ну, кроме того, что поете в душе. Создаете песни, может, какие-то музыку. Планов очень много, просто плохо, что на все время не хватает. Ну, вот очень, да, я очень хочу заняться и музыкой. Вот. Может, рок-группу организуем? Я думаю, это в будущем, но а музыку мы стабильно слушаем дома. У нас просто всегда музыка. И пытаемся создавать ее разные. Да, вот что вас вдохновляет? Какая музыка? Какие, может быть, исполнители вас вдохновляют? Меня вдохновляет пост-хардкор. Это новый стиль в роке. Электроника, там, гитара. Кричат много. Hello, hello, кричат они, да? Также очень много вдохновляет наоборот. То есть у нас контрастные какие-то понятия, ну... Что мы слушаем от самого-самого милого и спокойного до самого сумасшедшего и отрывного какого-то. Ну, а вот такой нескромный вопрос. А вот деньги на все это где вы берете? Это же все-таки не берем автостоп, но вообще жизнь сейчас очень сложная, нужны какие-то деньги. Спасибо маме за это. Да, мама, спасибо, и банкам спасибо. Мы кредитов набрали. А, вот так вот, да. За то, что дают. Мы подрабатываем на заказах. Ну да, водоканал спасает. А когда ездим на фестивале, если фестиваль не оплачивается, мы едем автостопом. Это, то есть, бесплатно. И живете под открытым небом. Иногда, да, в палатках. Да, это круто. На вокзалах. То есть вы уже друг друга не стесняетесь. Мы в туалет не боимся при друг дружке ходить. С открытой дверью. Вот так. Особенно это, если это в палатке. Ну да ладно. Ну, мы хотим вам пожелать творчества, конечно же, чтобы вот этот позитивный настрой, который да, у вас да, есть, очень он не уходил. Мы понимаем, с одной стороны, что это молодость, и хотелось бы, знаете, когда-то вот я смотрел одну из передач, и у Марка Цукерберга спросили, какой его самый любимый афоризм, который он выложил, ну, по большому счету, да, создатель Фейсбука. Money, любимый нет, его афоризм. Так вот, его афоризм другой, Пабло Пикассо когда-то сказал о том, что каждый из нас в детстве является художником, но немногие остаются художниками до конца жизни. Вот хочется вам пожелать, чтобы вы действительно были художниками. Не только это касается картин, да, это художниками. Творите, разрисовывайте свою жизнь. И музыка, и автостопы. Это так прикольно. Знаете, это будешь что вспомнить на пенсии. Не все рассказать детям, конечно, особенно про открытые двери. Но в туалете. В целом, вот мне кажется, что у вас интересная и такая насыщенная жизнь. Да, в общем, успеха вам, всего хорошего. Спасибо. И надеемся, что вы будете прославлять наш родной город в других странах. Не только в Кабардино-Балкарии. Да. Мы татуировки сделаем. Сон навеки. И там напишите внизу радио София. Знаете, как слоган. Звездочку. Насколько внизу, насколько позволяет вам то, чтобы нас туда не засунуть. Вот так вот. Ну все, будем заканчивать. У нас в гостях были участники стрит-арт-группы «Вакцинация» Мариана, Сережа и Валера. Спасибо. Спасибо, до свидания.